Генеральный директор предприятия Александр Войт презентовал главам регионов выпускаемую продукцию. Также они посетили сборочно-монтажное производство, оценив технологические возможности Ульяновского конструкторского бюро приборостроения. Один из передовых проектов – пульт самолета МС-21, который стал полным аналогом зарубежной модели. И пилот, самое главное здесь, что пилот, пересев с иностранного воздушного судна на российское воздушное судно, вообще не поймет никакой разницы. То есть даже был вот итальянский пульт, вот один в один, все. Удалось отечественным разработчикам и снизить стоимость некоторых деталей. Например, кнопка российского производства стоит около 15 тысяч рублей, в то время как американские, которые закупали раньше, стоили около 600 долларов за одну, а это более 50 тысяч рублей по нынешнему курсу. Члены делегации из Республики Татарстан высоко оценили ульяновское производство и наметили перспективы развития. Договорились укрепить и более тесные кооперационные связи и увеличить объем заказываемой продукции на нашем предприятии в обеспечении предприятий Республики Татарстан. Ульяновское конструкторское бюро плотно сотрудничает с вертолетным и авиационным заводами, а также четырьмя концернами радиоэлектронных технологий в Республике Татарстан. Всего в соседнем регионе у компании порядка 10 партнеров. Юлия Адамова, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.